Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Quake 4. Да. Загрузимся и вспомним, о чем мы остановились. Мы остановились на станции вагонеток. Вот именно на этом месте. Загружайся давай. Вот. Станция вагонеток. Да, я... помню, что там что-то было связано с вагонетками. Ну и сейчас будет движ после загрузки, конечно же. Так, окей, загрузка уже заканчивается. Тут довольно-таки длинная загрузка. Да, да, вот мы вот на этой загрузке и остановились. Так, давайте все-таки я попробую в настройках... параметры игры, чувствительность мыши я поставлю на шестерку, посмотрю, как это будет. Ну, вроде нормально. Хорошо, окей. Так, идем разбираться с вагонеткой, что у нас тут по заданию. Отправьте роботов-ремонтников на восстановление разрушенного участка пути. Найдите вагонетку, на которой можно добраться до терминала обработки. Собственно, вот наше задание. Целых два. Так, здесь у нас не открывается ничего. Так, чувствительность мышки. Опять мы сейчас настроим. Так, на семерочку. О, вот так вот прям нормально. Конечно, может быть быстро, но слишком чувствительно, но первое ощущение, прям первая миллисекундочка, это прям вот вообще топ. Тихо. О, а нет, не берется что-то. Ой, а жизни что-то у меня мало. Ну, сейчас побольше стало. Да. Было 60, стало 85. Ну, как говорится, 85 это не 60, да? А куда бы мне податься-то? Казалось бы, серия вот была совсем недавно. Такое ощущение, что как будто давно не играл. Так, может быть, мне сюда надо? А, ты смотри, кажется, понял. Кажется, понял, куда мне надо. Вот. Вот это мегамозг, конечно. Так, тут сейчас враги будут. Будут ли тут враги? О, полное здоровье. Зашибись. Это что? Так, сюда я не пройду. Красный свет там. Светофор говорит нельзя. Наш
Дурголёк, как ты сюда попал вообще? Так, это не работает. Опять. Ух ты, ящики двигаются, прикольно. Так, это что такое? Так, что-то мне это не нравится, коридор этот. Сейчас такой тут робот огромный вылезает из-за угла. А, не, лё. Не упасть бы туда. F5. А, я что-то было, по-моему, да? Да, смотрите. Добрались до вагонетки. Тихо. Я, знаете, как-то очень люблю осторожничать иногда и часто сохраняться. О, я тут был? Граната. Так, меня тут вроде не было. Ты. Нет, не взрываешься. Ладно, молодец. Слушайте, такое ощущение, что я по кругу бегаю. Так, здесь нельзя ничего. Да, похоже, я тут был в прошлой серии. Поэтому давайте обратно пойдем. Какие-то ремонтные роботы должны быть. Только где их найти-то? А, тут же указатели. Ремонтный цех, смотри. Ля, точно, слушайте. F5. Еще раз F5. Так, я тут был. Так, зал управления. Здравствуйте. Я же тут был. Только что, да? Да, тут я, помню, стрелял. Опа. Допустим. Смотри-ка, догадался. Здравствуйте, кто-нибудь? Ух ты. О. Как надо было. Так, отсюда я пришел, да. Теперь сюда. Без меня-то. Ну, поднимайся. Давай.
Хорошо, ладно, аптечку взял. Сохраниться надо. Я не в ту дверь зашел. Не, на самом деле в ту. Что-нибудь помощнее сейчас возьму. Ты где там? Что-то я вообще сейчас не в форме, блин. Что такое? Как я вообще решил проходить, блин? F5 давайте, жизни мало вообще. Так, отключено. О, вот, запустили. Смотрите. Чинят. Прикол. Так, ну-ка. Показалось. Терминал обработки отремонтирован. Отлично. Отлично, Кейн. Монорельс сейчас отремонтирует. Возвращайся к вагонетке и поедем отсюда. Окей, только сейчас сохраниться надо. Так, к вагонетке говоришь, да? Где вагонетка? А, точно, вот сейчас мы вот так вот пройдем. Вот так вот подымемся мы. И кого? А, вот, Друголюба ждет уже. Вагонетка не в лучшем состоянии. Она повреждена, так что на ней особо не разгонишься. Ну ладно, зато мы за пулеметом монорельс. О, чувствую, что тут будет такая же фигня, как и, помните, с джипами, когда там сопровождение было и все дела. Щелкните мышью, прошу. Я чуть тормоза. Тихо. Так, давайте F5. Все, доехали. Сохранился прямо терминал обработки. Да, сохранился прямо перед ним. Ну, собственно, вот. Доехали до терминала обработки, нифига себе.
как-то быстро получается. Да, давайте, знаете, что сделаю? Терминал обработки у нас будет на следующей серии. В следующей серии. Вот, щелкнем мышью. Кортес, это Моррис. Вы с Кейном уже в терминале? Да, мы только что прибыли. Окей, пусть Кейн выходит и поднимается наверх. А ты поезжай к сетевому терминалу. Когда Кейн закончит здесь, за ним пришлют другую вагонетку. Но я рассчитывал помочь Кейну. Алекс, ты должен ехать. Скоро туда прибудет Слэдж. Они с Кейном прекрасно справятся. Вас понял. Конец связи. Кейн, я должен ехать. Удачи, дружище. Отключить пост охраны. Хорошо, с вагонетки мы выходим. А, да, другалек, ты там только выживи. Вот. Ну а мы на этом заканчиваем серию. Это была игра Quake 4. Сегодня погоняли на вагонетке. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ставьте лайки. Да? С вами был Отнопки Борис. Всем удачи и всем пока.